Итак, уважаемые телезрители, сейчас уже участники четвертого заезда на линии старта, и мы видим, что в этом заезде будут принимать участие следующие гонщики. 19 номер Александр Журавлев, Тунин команда, 111 Андис Нейшенс, команда Муса, 8 номер Михаил Смелгин, Латгала, и 96 номер Владимир Рыбников, команда Динабург. Но мы видим, что он едет под номером 6. Мы видим, что красный у него комбинезон, это Владимир Рыбников пересел на машину Рихарда Эгема. В команде могут быть замены. И по четвертой дорожке Рихард Эгем чуть-чуть, вот такое небольшое столкновение, касание автомашин на вираже, на первом же повороте, придает борьбу этому заезду. И вот видим, что все участники уже разобрались по своим местам, и гонку возглавляет Владимир Рыбников на автомашине под номером 6. Белый автомобиль — это у нас Андис Нейшен, 111 номер. 111 номер — команда Муса. Команда Муса — это, ух ты! Это такого еще, уважаемые телезрители, наш город и никто в Латвии, а может быть даже, может быть и в мире, такого еще не видели. Мы заверяем это однозначно. Можно сказать, что передача очевидная и невероятная. Но наш оператор Игорь Оленин это зафиксировал. Это факт.